Всем привет! Мои рыболовные приключения на Химаше продолжаются. Сегодня я буду ловить вот в этом котловане. Когда я посмотрел на спутниковый снимок этого водоема, то первое, что мне пришло на ум, это то, что он был вырыт для спрямления реки. Дело в том, что здесь река и сеть, подходя к началу этого водоема, дает большую петлю. Примерно посередине этой петли в реку впадают стоки сточных сооружений, и потом река подходит к концу этого котлована. Такую же версию я слышал и от других людей. Планировалось спрямить реку, приводящую часть петли засыпать, а по отводящей потекли бы стоки сточных. Но есть одна неувязочка. Дело в том, что уровень дна этого котлована, он выше, чем уровень воды в сети. И чтобы вода по нему потекла, он должен быть на несколько метров глубже, это точно. Глубина в нем сейчас 1-2-2,5 метра. Вот, но этого маловато. Ну ладно, будем пробовать. Значит, что меня в первую очередь здесь интересует? Дело в том, что мы раньше частенько ловили здесь на спиннинг, на микроджиг. И кроме окуня, а не крупного, которого здесь много, один раз попалась просто огромная плотва. Вот, собственно, ради плотвы сегодня я и здесь. Но сейчас глухозимье. Лед, наверное, даже боюсь представить, какой толщины здесь намерз. И поэтому, как поведут себя водные обитатели, мне неизвестно. Но сейчас я просверлю несколько лунок, насколько хватит сил. Подкормлю их и буду пробовать. Лед не очень толстый, на самом деле. Итак, подкормил сухарями. Прикормочный микс такой у меня там. Адунай, фидер, желтый сухарь, обычный сухарь. Несколько малинок кинул сверху. Сейчас посмотрим, какая рыбка подойдет. Вот такая вот мормышечка. Одна личинка мотыля, лесочка на 0,8. Лунку затемнил немного. Сейчас посмотрим, какая тут глубина. Так, все. Дно. 1-2 метра. Неплохо. Начинаем проводку.
принципе, меня и окуни устроят. Он тут такого необычного белого цвета, окунь. О! Замечательный белый окунь. А за плотвой в другой раз, не в глухозимье. Особого рельефа здесь нету, по крайней мере, я не знаю. Может, в конце озера попробовать, там, где травка растет. А может, там, где плотва стоит. Ну, хотя говорят, что где водная растительность зимой, в глухозимье, а не самое лучшее место для рыбалки. Ладно, попробую в другом месте, может, сюда рыба подойдет еще. Странно, что даже акушоп не клюет. Неужели глухозимье? Ну, в общем, в той части ничего я не поймал, а даже поклевки не видел. Конкретную отмель найти не удалось. Везде около 2 метров. Так, сейчас проверим, что здесь у нас. Может, кто подошел на прикормочку. Ну не может такого быть, чтобы вообще не клевало. Даже в глухозимье. Что делать, не знаю. Идти на Исеть, отводить душу. Или перейти в начало котлована. Ну не может быть, что рыба прямо сместилась в один конец. Вся. Вот сейчас сухарями закормил. Сейчас затемним лунку немного. И несколько личинок. Мотыля сверху. Так, здесь мельче. Метра полтора глубина. Ну хоть какой-то рельеф. Как-то вот летом окуни чаще
в этом месте клюет, нежели в середине или в конце. Может, и зимой так же. Хотя зимой наоборот, наверное, где поглубже. Не знаю, будем пробовать. Возможно, он где-то в одном месте сконцентрировался. И окунь, и плотва. Может, не клюет просто. Глухозимье, мать его. Пожалуй, потом еще у камня попробую. Окунь же любит всякие камни. Может, там весь. Уже хотя бы окунька поймать, я уже согласен на окуня. Хрен с ней, с этой плотвой гигантской. Вот здесь посередине озера торчит камень. Сейчас обсверлю его. Пару лунок сделаю. И попробую. Если нет, то нет. Так, лунка прямо возле камня. Здесь должно быть не очень глубоко. Метра полтора глубина. Время 2 часа дня с небольшим. Сейчас попробую тут и потом на речку пойду все-таки. Надо хоть поклевки-то увидеть. Да, конечно, я не думал, что будет так тухло тут. Думал, может, плотву-то и не поймаю, но окунишек-то надергаю. А оказалось, все так плохо с клевом здесь. В январе. Сейчас проверю соседнюю лунку впереди камня. Во второй лунке тоже пусто. Ну все, сейчас здесь проверю и пойду на реку ловить плотву. Можно, наверное, подвести итог рыбалки на этом котловане. Я пробовал ловить в обоих концах, на середине, на глубинах от 1,5 до 2 метров. Безрезультатно, я даже поклевки не видел. Спишем на глухозимье. По возможности вернемся сюда по последнему льду или уже по открытой воде, когда рыба точно будет активна. Также, кто здесь рыбачил, пишите свои комментарии, было бы интересно услышать ваш опыт. Ну все.
перехожу на Исеть. Благо она здесь совсем недалеко.